Я решил выйти с розами, потому что они цвета сирийских кресел. Ты решил самой выйти, ну правильно. Александра Петрова, ваша близкая. Ну, давай начну с главного. Дамы и господа, спасибо большое, что пришли. Когда мы задумывали эту картину с Виктором Шамировым, другом, режиссером картины, мы никогда не думали, что все это выльется в такую бурю. У нас есть фонд, называется «Шаг вместе». Мы сделали его 1,5 года назад. И у нас есть такая программа, мы делаем предпремьерные показы. И я хотел, так как это наше кино, мы ни от кого не зависим, я и хотел показать зрителям нашего фонда, что называется, эту картину до того, как ее увидят журналисты и большой зритель. Вот. Но мы с Андреем Новиковым переглянулись, и Андрей говорит: ты знаешь, это будет слишком дорого, 2 показа. У нас такое скромное кино, давай все объединим. Поэтому у нас случилась эта премьера совершенно неожиданно. Я думаю, она была бы очень скромной, где-нибудь в маленьком зале небольшого кинотеатра. Но тем не менее это произошло. И вы знаете, я стою на этой сцене, я стоял немало раз, стоял в разных картинах и в небольших ролях, в ролях чуть побольше, но никогда мне не было так приятно. Серьезно говорю, я никогда не был так расслаблен. У меня никакой ответственности сегодня нет, потому что картина снята волонтерами, никто не получал, она снята за очень небольшие деньги, но с огромной любовью и с пониманием о том, что там происходит. Мы не договаривались, она вышла на сцену случайно. Я сейчас приглашу всю группу, режиссера картины и автора идеи Виктора Шамирова. Ну, она вышла случайно, но это главная королева сегодняшнего бала. И вот, видите, сегодня все происходит вообще помимо воли какой-то. И так это кино случалось. Я был локейшн-менеджером, если кто не знает, это человек, на которого орут и который договаривается о том, чтобы съемка состоялась и бесплатно на улице или в ресторане, в кафе, в квартире, в машине. Вот я работал таким образом, и так работали все. Это главная героиня картины. Она была, скажу тебе страшные слова, первого в своей жизни, моложе на год. Александра Петрова. Вот Виктор Шамиров подходит. Это очень маленькое скромное кино, на самом деле мы не предполагали, что его можно будет показывать на такой большой экран. Тем не менее, каким бы кино ни было маленьким, его всегда снимает группа, такая большая группа, которую я сейчас и представляю. Прошу пожаловать на сцену группу и быстро расскажу, кто есть кто в ней. Пожалуйста, заходите. Художник по костюму Маня Кудевич. Так, что у нас? Оператор Семен Яковлев. Второй режиссер Телегина Катя. Где она? Покажите. Дальше второй оператор Глеб Яковлев. Сами поднимайте руки, не вижу. Помощник второго режиссера Сазонов Александр. Гафер Костя Яковлев. Художник по гриму Юля Павлова. Директор Цыганкова Виктория, администратор Женя Эмиршах, администратор Калошина Ольга, ассистент режиссера Смирнова Лида, ассистент по костюмам Куколкин Борис, ассистент по актерам Учусова Мария, ассистент по актерам Брынцева Алена и фотограф Денисова Елена и исполнительный продюсер Власова Виктория. Делай, пожалуйста, медленнее, пожалуйста, если можно. Кино идет не с таким ритмом. Семен, куда ты меня бросаешь? Подойди сюда. Подожди, не. Подожди. Давай, представляй тогда актера. Вот первый. Гош Куценко. Синюков Александр. Синюков Александр. А мы
мы представляем актеров, которые снимались в нашем кино. Гоша Куценко. Синяков Александр. Он не вышел, но он тоже присутствует сегодня. Александр Робок не присутствует, но он тоже был с нами. Зайцева Ольга, если есть, мы очень рады вас видеть. Павел Сборщиков, не менее рады вас видеть. Николай Чендяйкин, я думаю, тут никто не будет спорить, что мы вас рады видеть. Нушевицкая Мария Святославовна, welcome. Михаил Шульц, Александра Петрова, еще раз поаплодируем Александре. Шубина Маргарита, здравствуйте. Мария Порошина, мысленно с нами. Собственно, все. И, конечно же, наши продюсеры, Андрей Новиков. Далее, они здесь не присутствуют, но они тоже с нами. Георгий Шабанов, Алексей Трацук, Евгений Пивоваров, Виталий Шлифко, Гидар Илоян. Ждали вас на сцене, но почему-то вы не захотели выйти. Мы можем вам поаплодировать. От лица всей группы, во-первых, хотел поблагодарить Веру Таравердиеву за предоставленную музыку, потому что без этого бы фильм точно бы, наверное, его просто бы не было. И также хотел поблагодарить нашу группу, потому что в ней немало волонтеров и энтузиастов. И если бы не вот эти ребята на энтузиазме и волонтерстве, мы бы сегодня здесь бы не собрались. Поэтому спасибо вам большое. А всем приятного просмотра. Надеюсь увидеть после фильма кого-то в зале. Спасибо.